Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть на сервере Pokeworld Special, и сегодня у нас очередной турнир, и мы играем с нашим модератором. Да, всем привет. Лузяка. Ладно, сейчас у нас огненный турнир, мы уже всех распределили по комнатам, и давай начинаем с этой. Скуди, да пусть нет, не Скуди, давай 3-4-5 и Док Покемон. Так, ты будешь проверять, да, вот эти? Угу. Док Покемон, 3-4. Показывайте шапки. Ну, покемонов, да. Так, и... Да лол. В Чукча, в... Так, инвси, 3-4... Нет, 3-4. Так, ну что, тут у нас первый бой. 3-3. Так, Вулкарона и Чаризард. Эти Эндер-сундук. Так, ладно. Смотрим, чё тут и как. Кто, думаешь, выиграет? Не знаю. Походу, Чаризард. Не? Нет, Вулкарона. Дальше. Конфуз. А можно? Ну, Атракт и Свагер нельзя. Остальное можно. В принципе, всегда такие правила были. С одного удара? Ну, в принципе, тут уже... Хотя нет. А вот этот Шиндалур вроде с одного удара всех убивает. В том смысле, там есть какая-то темная атака, мне сказали. Ну, с одного, не с одного. Чё-то Шиндалур вот это реально сильный какой-то. Вованто. Должно быть три разных... Покемона. Не одинаковые. Кто выиграл? Док Покемон? Так, ну второй бой. Тебя я тихо очень сделал, потому что у тебя что-то шумит. Ну сейчас. Так, ладно. Ну пофиг, то есть. Хорошо, что ты меня слышишь, да? Это самое главное. Так. Магмуртар и Тайфлоужен. Ух, ну ща я тебя тогда громче сделаю. А ну скажи что-то. В принципе, шум громче слышно, чем тебя, если честно. Фигово. Ну да. Тогда я тебе потише сделаю, ты, в принципе, меня слышать будешь. Так, ладно, вот. Кто на кто? У этого Тайфлоужена 100% нету шапок? Да, я посмотрел. Он всех убил по одному удару. Каждого. Саян. Так, ТП. Сюда. Так, ну что, сейчас вот этот Денчик второй шанс получит, потому что неровное количество человек в комнате было. Твои шапки, Скуди. Третий бой. Ну как третий? Это дополнительный, можно и так сказать. Дополнительный третий бой. Да. Чукчи не могут попасть друг в друга. Так, кто думаешь выиграет? Наверное, Скуди. Не, вот сейчас. Эмбуар и Чаризард. Чаризард. Еще посмотрим. Это уже последний бой с первой команды, да, как я понял? А почему? Еще два боя с первой команды, по идее. Нет, один. Как-то непонятно выходит. Как-то реально непонятно выходит. Три человека остается, типа. Один бой еще должен быть. А нахрена я ее поставил с Денчиком? Нужно же было с Доком поставить или с Саяном.
Ну ладно, ща разберемся. Пофиг. Тогда с другой командой, с другим человеком, с другой командой потом поставим. Так, ладно. Вроде один против двоих остался. Поэтому Скуди... Ну, Скуди, я не знаю, куда-то на вход тпхнем его. Потом разберемся. Или он, если он выиграет. Кикай сразу вот этих людей, которые спрашивают, когда следующий турнир. Сразу кикай. Сейчас идет турнир. Зачем спрашивать, когда следующий турнир во время турнира? В чем смысл? Ну да. Кто выиграл? Ну? Скуди. Так, один чувак у нас уже дисквалифицирован. Дисквалификация. У тебя Бишарп. Чаризар, да? И Сизар. На огн-турнире. Так. Ну, не, ну чувак пришел на огненный турнир с Сизаром, Бишарпом и Чаризардом. Охрененный огненный турнир. Так, ладно. Зато того чувака, который по кругу как-то пошел, да, как бы это двусмысленно и звучало. Но сейчас, не знаю. То есть он сражается, если он выиграет, то попадает в эту... А кто это тут? Forever Madzero. Он тут был? Не знаю. Хрен его знает. Вот видите, я поэтому сейчас из Куди выставил в бой с этим чуваком, который был с той комнаты, только потому что я видел, что там неровное количество. То есть, если сейчас вот Скуди выиграет, он бы пошел в эту комнату и было бы ровное количество. А вот этот чувак просто перезаходил. И поэтому я не видел, кто там есть, кого там нету. Охренеть. Сейчас опять нужно переделывать, потому что все повыходили. Серго, он не участвует? А нахрена он тогда там был? Интересно. Кто выиграл? Кто выиграл? Вы не знаете. А где Скуди вообще? Не, он вышел. Так, ну что, мы продолжаем бои. Скуди вылетел сейчас. Так, вылечить может у них. Покехил. Покехил. Ну, они уже вылечены вроде. Так, ладно, начинайте. Тут Шанделур и кто? Блейзикен. Блейзикен, да? Шапок нету, поэтому пускай дерутся. И эти тут дерутся. Чаризард и Флореон. Пускай тоже дерутся. Ну. А эти что? Опять вылетел? Шанделур. Я чуть... А кто вылетел? Медзеро вот тот вылетел. Да. А почему у всех вылетает именно тогда, когда они участвуют в бою? А нет, не до этого, не после этого, именно тогда, когда они в бою. Шанделур. Совпадение? Шанделур. Не думаю. Так, ну кто тут сражается? Опять чувака выкинул. Если еще раз кого-то выкидывает, сразу дисквалификация. Потому что, мне кажется, в большинстве случаев они их не выкидывают, а они выходят. Потому что видят, что... Когда проигрывать начинают. Ну да. Видишь, опять выкинул. Совпадение. Совпадение второй раз? Не думаю. ТП. Вот так. Тут. Значит... Начинаете или нет? Они, тут есть покемон или нет? Смотри, а то у меня что-то или невидимые, или... Волкарона и Флореон. А у меня они что-то невидимые? Ну ладно. Так, ладно, эти пускай там сражаются. Это кто? Брания какой-то. Что он там забыл? Опа. Дальше. А нет, еще сейчас кто тут выиграет? Медзеро опять вылетел или что? Так. М-
Не первый раз вот этот чувак уже, знаешь, есть такие умники. Прыгают оттуда сверху, вызывают летающего покемона, залетают обратно. Прыгают сверху, вызывают летающего покемона, залетают обратно. То есть уже два правила нарушил сразу. Выкинул покемона и выпал оттуда. Он выиграл. Кто он? Скуди выиграл. Кто-кто? Скуди. Какой Скуди, если Скуди наверху? Так он только что внизу был, ты его телепортировал наверх. Скуди? Что-то вообще не понял, что сейчас было, ну ладно. ТП Скуди. Вообще нет людей в комнате. А кто тут был? Тут Forever вроде был, да? А где он? Не знаю. И наверх, блядь, Zero. И вот еще. Так, сейчас. Так, ну что, самый, наверное, ожидаемый бой. Ну как ожидаемый? Кэш Кьюб и Мистер Крит. А у него ж это Шайнинг Бар, да? Синяки такой. И Челизард был Шайнинг. Ага. Ну, уже нет. Так, кто там? Какой у него ник? Скай... ТП. Скай Зиро. Вот так, да? Угу. Дальше. Это Арканайн тоже Шайни? Да. А там Шинделур Шайни. Короче, тут бои Шайни. Ща, а если третьи будут Шайни? Нет, там, по-моему, не Шайни. Два на одного. Близики не Шайни, да? Вот этот Шайни. Я не знаю, кто выиграет, честно. Это сколько? 1-1? 1-1. Ух. Ну, Кэш Кьюб выиграет 78% на кэша. В принципе... Сейчас вылетит, случай. Ну все, кэш выиграл 100%. Смотри. Рапидаш еще один удар остался. Если он его сейчас не ваншот, все. Кэш. Ну, кто же еще? Кто же еще? Так, ну что, бой начался уже? Инфернейп и кто? Гран. Еще не выкинул? Выкинула, да? Так, ну что, Wild Tiger, они уже сражаются? Угу, уже одного убили. У меня что-то в Wild Tiger какие-то невидимые покемоны опять. Челизард. Какая-то версия багана или что, где невидимые покемоны. Кикните. Да не-не. А следующий турнир будет водяные. А, так, сколько на сколько, а то если честно я не видел. 3-2. У кого 2? Грандлинс. Так, ну это последний бой с этой комнаты. Кэшу не отвечай, пускай он думает, что... Тигра покемон багнулся. В смысле багнулся. В смысле багнулся? Ну его бить нельзя. А чё, может такое быть? Ну да. И чё, он так выиграл? Не знаю. Так, ладно, переигрываем этот бой. Если он его с одного удара сейчас замочит. А там пол хп уже нет. После боя сразу проверь шапку, сразу. Вдруг есть умники. Ну? Чё он думает? Чё он нукает? А чё он... Это уже третий раз мы переигрываем, он убил его Чаризарда? Не знаю, да. Походу. Опа.
Не знаю, Кэш, не знаю. Я тоже не вижу, сейчас уже вижу. О, Чаризард. Он заменил. Ну, походу. Ну, он у него реально какой-то очень сильный. То есть Инферней по нему бьет, наносит, может, 10% от его ХП. Кикни Денчика, напиши, делай что хочешь. Так. Блазикен. Кто? Ну, походу, Wild Tiger, да? И так, сейчас. ТП. Покажи шапку, напиши ему. А, у него нет. Нету. Нету? Нету, и в инвентаре нету. Так, ну что, еще один бой, не знаю какой по счету. Но это уже вроде... Нет, не последний бой. Вот тут вышла участница. Не вышла, а как пишут, комп выключился. Ну да. Че, думаешь, такого не может быть? Нет, не может. Wild Tiger, давай тащи. Бой совсем, короче, не тот. Причем тут он... Так, ну что, кто выигрывает? Брикста, Тайфлоужен и Арканайн. Ушастик. А он не супер. Ну, 80 уровень, но... Тут уже вы решаете. И Чаризард 72. Но... Тут уже ясно. Тут уже, в принципе, понятно, но... Знаете, решаете вы. Можете даже первым уровнем прийти, но... Какой смысл тогда участвовать на турнире? Так. Брик выиграл, да. Его сюда... ТП Брик... Нет. А кто там еще был? Айскорн, да? Вот так. Так, ну что, это что уже? Четвертьфинал или полуфинал? Лузяка тут? Или опять вылетела? Да, тут. Так, ладно. Лузикен и Вулкарона. То есть, кто сейчас тут выиграет, будет один в комнате, потом тут один в комнате, тогда это будет полуфинал, потом... Короче, это четвертьфинал сейчас. Так, ладно. Саян. Тут, смотрю, Блазикена уже почти жизни нету. А тут... А тут Фулка. Тайфлоужен. А кто там дальше? А чё он умничает? Да. А, ну, не знаю. Так, ладно. Тайфлоужен и Чаризард. Ну, Чаризард что-то вообще урона не наносит. Хотя, не, нормально. Саян, это вроде уже 2 на 3, что ли? Тайфлоужен... Нет, уже 2 на 2. Флорион, да? 2 на 2. 1 на 2. Вулкарона последняя. Тикнуть его. Угу. Тоже, знаешь, тема новая пошла. Задают вопрос и сразу пишут, только не кикай, да? То есть, если написал только не кикай, тогда не кикаешь. Он же мне уже где-то 15-й раз такой вопрос задает, нет? Ты же его первый раз кикнул за того, что он спросил, ну, да. Когда следующий турнир? Да, турнир. Во время турнира он спрашивает, когда следующий турнир. Кто выиграл? Док Покемон? Смотри на этого Док Покемона, смотри. Знаешь, типа такое, обиженный на шефте уходит. Чё специально? Чувак, ты переигрываешь. Так. ТП. Так. Док. Дальше. Скуди и Форевер. Так. Потом кто?
Кэшкьюб и Тайгер, да? Если Марина не дойдет до того, как сразиться. И вот это выше, видел? Прям передо мной вышло. Испугалась, наверное. Если вот там Марина не зайдет до тех пор, пока сразятся вот эти, потом Кэшкьюб, если она не зайдет, то тогда все. Потому что сколько мы ее уже ждем? Минут 20? Ну, меньше, наверное, 10. Ну, и так, знаешь. Так, Шенделур и... И кто? Следующий турнир, в принципе, да, наверное, водный будет. Кто там на кого? Я их, честно, не вижу. Чуть невидимые какие-то. Чаризард и Инфернейт. Вот баганая версия, походу. Когда же тоже спавнишь покемона, первое время есть не такое, видно. Что... Да, так же и сейчас. Сколько там на сколько? О, сейчас вы шапки свои, да, просите? Какие нафиг шапки? У него много шапок было. Ну, у него много шапок было. Думаешь, я помню, какие у тебя были там? Так, ладно. Флорион? А кто выиграл? А еще бой идет, типа, наверное. А нет, Forever. А нет, Forever выиграл. Ладно. А кто проиграл? Скуди, да? Так, дальше. Кэшкьюб. Ну, это тоже самый ожидаемый такой. То есть, тут таких больших претендентов на победу нету, то есть... Ну да, нету. Не, ну в смысле, только небольших, а наоборот, то есть много претендентов на победу нету. Да. То есть один, может, два, иногда три, но сейчас в данный момент. Ну кто там был еще нормальный в предыдущем турнире? Вайлд там, какой там был? Винтермаг. Винтермаг, да. Большой. А знаешь, Кэш еще заставляет его первого кидать. Убил его с одного удара? Да. Ни хрена себе. Боевой атакой, наверное. А, нет. Я тебе потом расскажу, короче. Выкинула, да? Или я тебе сейчас. Так, а кого Тайгер кинул? Шендеруля. Он поменял. Но... Мне да. Просто опять невидимы вот эти покемоны. Хрен его знает почему. Так, ладно. Уже 2 на 3. У кого? А, Кэшкьюба 3, да? Угу. Шендеруля. Сливать Шендерлур, оставить Эмбора и убивать. Все просто. Ну ладно. Поменял? Зря поменял. Ну ладно. Сколько на сколько? 3 на 2. Я вообще не могу следить, у меня тупо все невидимые покемоны и все. В смысле все пропало? Ну? Третий раз уже или какой мы это переигрываем? Третий. Это каждый бой нафиг переигрывается по 2-3 раза. Бум. У кого-то... Опа. 2 на 3. Он уже второй раз вылазит. Третий. На час там бан пойдет. 2 на 2, наверное. Яковку не заметил. Так. Что-то вообще никакой урон ему не наносится, вот этому Шенделуру. Ты чё его толкаешь? Ну чё вы там... Кашуби выиграл. Выиграл? Угу. Я что-то вообще даже бой не видел. Точно выиграл? Да. Я наблюдаю. Wild Tiger. Так, ладно, Марина, походу, не заходит. Брик и Али.
Знаешь, кровать Ивана Грозного. Прямо завод. Статрековские. Царские кровати. Ладно, начинается статрековские. Не знаю почему, но я бы поубивал тех людей, которые говорят Star Trek. Это во-первых, что там пишет Star Trek на оружие в КС, а там пишет стат. Можно просто прочитать внимательно, что там пишет стат. Стат, то есть ваша статистика убийств, стат. А не Star Trek Звездных Войн. Причем там Star Trek к оружием в КС. Я бы просто зубы всем бы повырывал за этого. Звездный меч в КС. Да. Star Trek, ну просто же внимательно можно прочитать, что там пишет стат, а не стар. Я не знаю, почему я это вспомнил, но просто, не знаю, так бесит, знаешь, когда какие-то люди открывают кейсы, что там выпадает. О, нифига себе, Star Trek там мне выпал. Какую жопу Star Trek. Кашуби до сих пор думает. Ну, пускай думает, не отвечаем им. Уже на протяжении... Не отвечай, ничего не пиши. Пускай думает. А если он выйдет в финал, пускай думает, знаешь, в финале. Выиграть мне или нет? Да, или второе место занять. Да. Не понял. Видишь, пишет, не мучайте. Кто выиграл? Не знаю. Брик. ТП. Вот так. А Али, кто там? Кто там выиграл? Сейчас. Вант. Так, ты пехнули. Все, это уже сейчас полуфинал будет, да, у нас? Да. Ху, ну что, это полуфинал, еще осталось три или четыре боя? Три боя. То есть вот этот. Два боя за выход в финал и один бой в финал. А за третье место. Ой, все. Да, четыре боя. Тайфлоужен Ченгур. Сейчас посмотрим. А призы какие, кстати? Да, так же, как и в предыдущем. Хотя... Сильно много. Ну да. Надо каких-нибудь огненных коншайдей. За мини-турнир какой-то. Это же мини-турнир, а не смешанный. То есть, если давать какого-то любого легендарного, да, то это будет слишком. То есть тогда я давал любого легендарного Шайни, потому что, в принципе, турнир был глобальный, 4 на 4, и все покемоны. Да сколько раз мне этот дождь выключать? Не могу. Так, ну, в принципе, дадим любого Шайни огненного. Да, например, может... Если Кешкюб выиграет, у него есть все шайни, знаешь, у него есть Шендалур и Стенбуар. Может ему шайни Торчик понадобится. А за второе место тогда что дать? За первые два шайни, за второе один. Во, можно. А за третье тогда? А за третье, не знаю, сотку как-нибудь дёрнули. Обычного, да? Ну да, не шайнишь. Ну, я не знаю. Или Риолу обычную. Кто? Риолу не огненный. Да пофиг, то есть, я знаю. Брик выиграл? Выиграл. Тогда Форевер за третье место, да, остается? Угу. А, ну да, Кешки в предыдущий раз, помнишь, с лимончиком? Да. Так, ну что? Нет, это еще не финал. Еще Саян один, да. Ну нужно хотя бы у него какое-то вот это было, да, преимущество у Саяна. А знаешь, Кашкюб еще и первый просит, чтобы выкинул не покемона. О, сейчас будет ваншот, наверное, на Шендеру. Ну не ваншотнул. Тогда будет тушот. Тришот. Фришот. Или форшот. Сейчас еще не добьет. Форшотный сейчас будет. Шендлю. Опа. Ну, Кешкюб всегда на последнем покемоне затащит. Во, ща эмбуаром затащит. Ой, минус 3. Нихрена себе урончик.
Сейчас Кашкюб еще проиграет. Ну, не нужно. Всегда мы так говорим, что Кашкюб сейчас проиграет, и потом он всегда выигрывает. Да не только он. Сейчас Кашкюб выиграет. Да не проиграет. 1-2 осталось. Ну, смотри, он сейчас тупо затащит. Ваншот Тайфлоужена. Хотя... Сейчас он бьет хай-джамп киком, промазывает и убивает сам себя. 1-2 осталось. А я подамся, да? Подамся, да? Все, Саян выиграл, да? А смысл ему поддаваться, если, допустим, в следующем турнире тоже, если он выиграет, то все равно не сможешь потом участвовать. Ну, только то, что он сейчас поддался. Это логика такая. А кто там за третье место? Ага. Начинайте. Бой за... Так. Не, ну, в принципе, тут уже понятно, кто выиграет, да, Кэш? Ну, за третье место. О, ну все, тогда в следующем турнире не участвует. Тогда все, Кэш, в следующем турнире ты не участвуешь, если ты еще выиграешь. Он нас не слышит, наверное. Ну, может, смотрит. Уже после турнира. Все, Кэш, все, ты уже не участвуешь, все, пока. ББ. Зря только поддался. Да, зря ты подался, Кэш, если ты и так третье место занял. Все, ББ. Ты проиграл. Нет, ты выиграл, но следующим не будет. Да. Опять зависло, опять вейтинг, да, как я понял? Я прям угадал. Фу, ладно, кто в финале там? Саян, да, и кто? И Брикста. Но, ты там убирай картины свои. Это мне скучно. Чё, давай за третье место, ты думай. Ну чё, не знаю. Тогда за первое место два любых огненные шайни. Меня кто за картину забрал? Ну ладно. Forever четвертое место, да? Чё бы ему дать, редкое такое? Не знаю. Ну, в смысле, дай, какие... дай свой автограф. О, я ему кровать дам. На, чувак. А их там крафтить можно. Так. ТП. Вованто. Кэшкюб третье место. И все, не участвует. Все, Кэшкюб, ты доигрался. Финал. Финял. Кто в финале? В смысле, зачем меня с Кэшей? Ты же вышел за третье место, и он вышел за третье место. В смысле, в финале. Или зачем его с Кэшем? А чё нужно было делать? Кикнуть Кэша, то есть, Кэш, ты участвуешь за третье место, но иди вон. Сейчас любого другого человека возьмешь, чтобы он участвовал за третье место, да? Я поддался. Ну да. Конечно. Сколько на сколько? 1-3 на 3 еще. А уже 2-3. Ну, 2-2. Так. То есть сейчас 2-2, да? У каждого. 2-1. 2-1. А за первое место не легенды. За этот турнир и так не легенды. Ну все. Или шайни, или олу, или два любых шайни. Кто выиграл? Саян. Чё он пишет? Да они там типа спорят, у кого покемоны лучше. ТП, ну какой ТП? Сейчас. Покегил Риолу, нет, Покегил Саян,
Амриолу Шайни левел 1. Показывай. Норм. Так. Брик. Любого шайни покемона на выбор. Так, ну давай тогда еще такие небольшие призы. Допустим, за первое место 5 мастерболов. Кто-то опять вылез. А, тигр. Первое место. Саян. 5 мастерболов и 48 раркенди. Кэш. Эмбуар. Ну тогда уже не эмбуар, а торчик может. Нет, ну, в смысле тэпик. Тэпик. Может. Эмбуар. Там Поке. Гив. Брик. Тэпик. Пиг Шайни левел 1. Показывай. Ну? Так, сейчас я тогда счет 1, 2, 3. Ну? Да не ты, чувак. Ладно, это что-то тупит. Эмбор. Зачем тебе? Да. Нету. Так, ладно, все, мы закончили турнир, призы пораздавали. В принципе, следующий турнир, наверное, будет водный, когда объявим потом. На этом заканчиваем. Сегодня с вами был наш модератор Лузяка. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока. Всем пока.